приветствую вас во второй части видео. Мы с вами вяжем Деда Мороза. В первой части видео мы уже связали низ игрушки и ручки. В этой части мы с вами свяжем ножки, затем сделаем такой помпон и свяжем голову. Итак, давайте начнем с ножек Дедушки Мороза. Для этого нам понадобится нить черного цвета и немного наполнителя. Крючком я также вяжу двойкой. Так, нам нужно связать вот такую ножку. Для этого провязываем в начале начальную закрепительную петлю. Ниточка черная, но я буду все озвучивать. Я думаю, что мы справимся. И провязываем 2 воздушные петли цепочки. 1, 2. Во вторую петлю от крючка, вернее, это у нас первая, да, первая петелька. Нет, вторая. Ну, в общем, в первую петлю провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее в каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика без накида. И в итоге у нас получится с вами 12 столбиков без накида. Итак, вяжем 1, 2, следующий столбик, 3, 4, следующий 5, 6, следующий 7, 8, следующий 9, 10, и в шестой столбик предыдущего ряда провязываем 11 и 12. Итак, у нас в круговом ряду 12 столбиков без накида. Далее будем вязать по кругу. Нам необходима вот такая длина. Я вязала по кругу 48 столбиков без накида. Итак, провязываем. Сорок восемь столбиков без накида по кругу. Провязали 48 столбиков. Теперь можно наполнить немного наполнителем. Так, не сильно плотно и не сильно свободно, чтобы ножка была средней плотности. И теперь закрывать будем отверстие следующим образом. Я провязываю столбики без накида, пропуская один из столбиков предыдущего ряда. Значит, этот пропускаем. Следующий вяжем столбик без накида. Пропускаем. Следующий провязываем столбик без накида. Снова пропускаем. Следующий вяжем столбик без накида. Пропускаем столбик без накида. И таким образом у нас отверстие закрывается. Закрыли отверстие и оставляем ниточку подлиннее. Этой ниточкой мы будем пришивать ножки.
Вставляем ниточку в иголочку. И провязываем, протягиваем иголочку вот на край, на бок. Вот так, если немножко приплюснуть лапку, ножку. Вот так вот сбоку. И присоединяем к ней вторую ножку. Также по серединке. То есть пришиваем их между собой. Вот так вместе. Я пробовала много методов. И этот мне понравился больше всего. Вот, с вами я вяжу уже 10-го Деда Мороза. Поэтому как бы ручку немножко набила. Я думаю, что у вас тоже все получается. Так, а теперь ниточку. Да, так, чтобы не сильно стянуть, потому что оно может вот так приплюснуться. Это нам не нужно. Теперь ниточку выводим снова по центру ножки. И теперь будем пришивать. Освобождаем от контейнера. Так будет удобнее. Ставим вот так на ножки. И получается... Смотрим, как нам надо пришить. Вот. Так, видите, вот уже пришиты. Вот как они смотрятся пришитыми. Я поначалу приклеивала, но у меня они отпадали. Может быть, просто не такой качественный клей мне попадался. Ну, в итоге я решила, что ножки буду пришивать. Так надежнее. Ну, вот так вот. Туда-сюда. Сначала одну ножку пришиваем к основанию. Не очень такой хороший наполнитель. Он такой более плотный. Поэтому иголочка идет не очень хорошо. Туговато. Вот. И вторую ножку также пришиваем. Ножки пришиты. И теперь сделаем с вами вот такой помпон. Для него нам понадобится ниточка белого цвета. И я использую вилку. Для начала отрежем кусок нити. Ну, можно вот такой приблизительно. Так, чтобы потом можно было собрать помпон и пришить его колпачку. Поэтому ниточка должна быть не сильно коротенькой. Ну, и теперь обматываем. Можно на палец. Я использую вилочку. Ну, для пышноты можно большее количество витков. Если... Ну, лучше, конечно, больше. Люблю число очень 21-22. Ну, сейчас я сделаю приблизительно 30. Виточков, так чтобы был такой пышный колпачок. Ниточку обрежем, и теперь я сразу не снимаю с вилки, а сначала пытаюсь связать. Сейчас крючком достану эту ниточку, подцеплю ее. Как шумит об стол, извините. Вот.
Готово. Сейчас я попробую положить что-нибудь такое, чтобы не сильно сукало. Так, и теперь вот этой нитью завязываем крепенько. Вот так. Один раз. И второй раз. Теперь можно с ней с вилочки снять и завяжем еще раз. Такой потуже. Вот так. Такие у нас длинненькие концы остаются. А остальное берем ножнички и разрезаем. С этой стороны смотрим, чтобы все ниточки разрезались. И с этой стороны. Не переживайте, если будет нить совсем ровный, его можно всегда ножничками подправить. Вот у нас та ниточка, которая в конце была наматывания. Ну, я еще беру вот так вот и по кругу могу подрезать вот так кончики. Во всем нужен опыт, во всем нужно набивать руку. Так как мы помпоны с вами делали нечасто, поэтому, возможно, сразу что-то у вас не получится. И этого никогда не бойтесь. Значит, в следующий раз получится лучше. И вот так теперь его как-нибудь можно покрутить, чтобы он раскрутился. Вот. Вот такой помпончик. Готовите. Вот этот у меня получился так, что он как бы по половинке. А этот уже более пушистый. Все еще может зависеть от нити, от того, как стянут сам помпон. Итак, мы с вами связали ножки и помпон. И теперь приступим к вязанию головы. Для этого нам необходима нить бежевого цвета. Крючком я буду вязать того же размера 2 мм. Вяжется он так же, как и вязался, как вязалась нижняя часть Деда Мороза. Провязываем вначале начальную закрепительную петлю. Далее вяжем 2 воздушные петли. Вот, и теперь видно, что во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду 6 прибавлений. Из каждого столбика предыдущего ряда будем вывязывать по 2 столбика без накида. Получится у нас 12 столбиков без накида. Провязываем первый. 1, 2, в следующий 3, 4, следующий 5, 6, следующий 7, 8, следующий 9, 10, и в шестой столбик вяжем 11,
и 12. Всего у нас получается уже 12 столбиков. Следующий, третий круговой ряд. Провязываем теперь столбик без накида, прибавление. Так повторяем 6 раз. Получается у нас 18 столбиков. Итак, столбик без накида, первое прибавление. Столбик без накида, второе прибавление. Столбик без накида, третье прибавление. Столбик без накида, четвертое прибавление. Столбик без накида, пятое прибавление. И еще один раз повторим. Столбик без накида и шестое прибавление. Это у нас 17 и 18 столбик. Провязали мы 3 ряда. Четвертый круговой ряд. Также будет у нас прибавление. Только теперь будем провязывать 2 столбика без накида. 1, 2, затем прибавление. Повторять так будем 6 раз. Так, вяжем 1, 2. Первое прибавление. 1, 2. Второе прибавление. 1, 2, третье прибавление. 1, 2, четвертое прибавление. 1, 2, пятое прибавление. И последний раз повторяем. 1, 2 и шестое прибавление. Далее, так же как мы вязали нижнюю часть, вяжем и верхнюю часть, голову. То есть мы провязали 4 столбика. Теперь 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 6 рядов по 24 столбика. Сейчас у нас ряду 24. Это всего провязываем по кругу. Вот многие спрашивают, как это 121, если у вас всего в круге 24 столбика. Да, действительно, 6 рядов, если умножить на 24, будет 144. Так как мы вяжем без шва, поэтому мы просто вяжем по кругу 144 столбика. Итак, провязываем по кругу 144 столбика. 144 столбика связаны, и теперь делаем примерку. Ну, вот я смотрю, что у меня также что-то вот еще хотелось бы провязать еще один ряд, чтобы закрыть. Вот это поэтому вяжем. Если у кого так же само получается, вяжем еще один ряд. Детали должны соединяться между собой, чтобы не было никакого пространства. Итак, я провязываю еще один ряд. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Итого у меня получилось 168 вместо 144. Ну, это вот так получилось. До этого у меня вот эти провязаны Деда Морозы, у них связано 144 по кругу. Видите, как бы разные
получается, натяжение нити, и по-разному получается высота столбика. Так, видите, вот теперь они у нас, вернее, у меня и у вас соединяются между собой. Ниточку мы обрезаем, но обрезаем подлиннее, так как ею мы еще будем вышивать носик. Поэтому вот так подлиннее вставляем. Вот так оставляем ее здесь. Ну что ж, на этом наша вторая часть закончилась. Встретимся в третьей части видео. В этой части мы, напоминаю, связали ножки, голову, заготовку для нее и связали помпон. До встречи в третьей части видео.